Я хотел бы сегодня поздравить всех мужчин с Днем Защитника Отечества. А самое главное, сегодня заканчиваются 22-е Олимпийские игры. И первую медаль завоевал представитель вооруженных сил, представитель ЦСКА Ольга Граф на дистанции 1000 метров по конькам. Это была первая медаль, это была наша первая ласточка. Из 33 медалей 19 медалей принесли вооруженные силы. Они сделали огромный вклад, сделали праздник для всех вооруженных сил мы и для России. Она первая, и это самое главное. И что очень символично, последнюю медаль, золотую, завоевал на Олимпийских играх майор Зубков. Из 13 золотых медалей, 9 золотых медалей вооруженной силы. Это очень здорово. Мы опять самые сильнейшие в мире в области спорта высших достижений. Мы сделали невозможное. И с этим я поздравляю всех граждан Российской Федерации и особенно вооруженные силы. Спасибо.